Владимир Сапрыкин. «Джихад». Читает автор. Отрезаны пути назад. Я вбил себе джихад и наблюдаю за войной. Второе «я» в борьбе со мной. То вверх, то вниз идут дела. И, закусивши у дела, ввязался вновь в смертельный бой, который я веду с собой. Джихад в своих посылах строг, но время подведет итог предшедшей помощи извне. Ведь на войне, как на войне.